Ребята, приветствую всех. Давно я хотел рассказать про резину. То есть тут все ездил, испытывал, проверял, надо оно, не надо. Ну вот сейчас я созрел и, наверное, все-таки расскажу вам. Переднее колесо я взял Ванда, 3,25 ширина. Профиль, я думаю, 100. Профиль не был указан, но я думаю, профиль тут 100. Диск наш штатный, 1,4 дюйма ширина. На 36 отверстий, соответственно, 36 спиц, каждая спица у нас по 4 миллиметра. Диск этот, конечно, узковат, он узковат даже для нашей штатной резины на 2,75. Диск должен был уже стоять 1,6. Я буду ставить под эту резину диск 1,85, он у меня уже приобретен, алюминиевый на 36 спиц. Я, конечно, буду переспецовывать. Ну, не я отвезу человеку, который этим занимается. Пусть, конечно, обученный человек. Я не умею переспецовывать. И приобретена камера. Камера приобретена, опять же, под этот профиль 1,25-3,50. Тоже Ванда. А вот эта камера, которая здесь стоит, мы ее будем с собой возить как запасную. Накачал две атмосферы. Что я могу сказать? Шум, звуковой комфорт есть, да. Стало мягче однозначно, все-таки профиль выше. Очень важный момент, спидометр на 5 километров стал показывать точнее. В среднем на 5 километров, то есть теперь, если я еду 80 по спидометру, по GPS, это 75. Если кто-то задумает такие манипуляции, 3,25 это максимальный профиль, потому что дальше уже... Ну, 3,25 на 100 – это максимальный профиль. Дальше уже Холгер будет мешать. Можно, это избыточный, можно ставить 90 профиль. Но диск надо менять. Этот диск 1,4 дюйма, он очень тоненький. Я дал всю информацию по переднему колесу. Кому будет интересно, экспериментируйте. Можете просто поменять обычную стоковую резину, будет тише. Вот если вот эту резину поменяете просто на какую-то более дорожную, вы сразу почувствуете акустический комфорт. Давайте заднее теперь по заднему. Заднее колесо у нас на 16 дюймов. Здесь уже диск хороший. Тут диск 2,15 дюйма ширина. Этот диск под эту резину подходит. Резина здесь 3,5 дюйма. Ну, скорее всего, тоже профиль на 100. Что я буду с этим делать? Я, скорее всего, тоже поставлю сюда 17 диск. У Honda, между прочим, Trail стоит сзади 17 и впереди 17. Но у нее резина тоньше. Наверное, здесь я оставлю 3,5 также, но будет стоять 17-я резина. Пока с диском очень тяжело. Не могу найти диск алюминиевый, не черный, а именно такого, как вот хромированного цвета. Пока я ничего рекомендовать не могу. Это у меня просто вот такое желание поменять на 17. По заднему колесу, если я что-то сделаю, я уже буду рассказывать дополнительно. Пока у меня вот переднее уже прошло все стадии испытаний. Я вам рассказал, то есть мне это понравилось. Поэтому не то, что рекомендую. Если у кого-то было желание, можете произвести такие манипуляции. Но не забывайте, тут очень узкий передний диск. Но это неправильно. Резина 3,25 должна стоять минимум на 1,85 дюйма на таком диске переднем. Поэтому я буду делать, как это и должно быть. Спасибо за внимание. Надеюсь, эта информация была полезной. Пишите комментарии, будем обсуждать.